Друзья, сегодня чудесный день, и мы участвуем в эко-марафоне Тинториум. 20 мая – Всемирный день пчел. Любой желающий может принять участие и высадить медоносы, с которых пчелы будут собирать нектар. Присоединяйтесь. Я, дистрибьютор компании Тинториум, чернокожего Любовь Викторовна, присоединяюсь к этой акции. Советую вам сделать то же самое. Спасем пчелу, спасем планету. Сажайте медоносы. Мы посадили эти цветы на территории нашего предприятия для того, чтобы пчелки трудились на благо всей нашей планеты. Очень хочется угодить нашим милым пчелкам, трудягам этим. Смотрите, красота-то какая, яблони все цветут. 3 года назад я посадила сад, и вот сейчас уже цветет вишня. Какая красавица белоснежная. Значит, сюда прилетят пчелки. Вот еще кустик. Вот сколько трудов пчелки. Пускай прилетают. Ну что ж, дорогие друзья, надо помочь пчелам. Вот сегодня медоносы вот здесь посеяла фацелью, и вот такие еще душистый цветок, ароматный, неприхотливый для наших пчел. Помогать надо пчелкам.